Всем привет, снова Маруся. Сегодня я готовлю очень вкусный витаминный салат «Золотая осень». Для него нам нужна капуста, тыква, морковка, перчик, лучок. Ну, гранат мы возьмем для украшения. Нарезаем нашу капусту соломкой. Теперь нам нужно взять сахар. Я беру прямо вот так вот. Немножко присахарить. И щепотку соли. И маленько капусту повыминаем, чтобы она дала сок. Была мягенькая и дала сок. Теперь берем тыковку. Берем морковочку. Нарезаем лучок мелко-мелко. Он даст только лишь остриночку в наш салат. Можно добавить чесночку, кому как нравится. И нарезаем соломкой перчик. Добавляем в наш салатик и лучок, и перчик. Все перемешиваем. Добавляем в салатик яблочный уксус. Где-то примерно столовую ложечку яблочного уксуса. Поливаем маслом. Лучше всего использовать, конечно, хорошее льняное масло. Обязательно нужно дать постоять салатику. И добавляем сверху для украшения и немножко для вкуса гранат. Салатик «Золотая осень» готов. Угощайте своих родных и близких. Готовьте осенью вкусные витаминные салаты. Всем, кому понравилось, ставим пальчик вверх. Не забываем подписываться, пишем комментарии. Всем пока!